Это Lexus LX 570 2019 года. И это самый крутой внедорожник Lexus. Это важно, потому что у Lexus их сейчас 5. Есть маленький UX, и NX, и RX, и GX. И есть еще вот этот. Царь горы с большим V8 и начальной ценой около 90 тысяч долларов. К сожалению, это еще и разочарование. И сегодня я буду его обозревать и объясню почему. Сперва краткие сведения про LX. Это флагманский внедорожник Lexus и всегда им был. С тех самых пор, как он вышел в 1996-м, как LX450. Тогда он был всего лишь слабо замаскированным Toyota Land Cruiser с шильдиками Lexus. Но со временем все изменилось. LX теперь приобрел свой собственный индивидуальный характер с очень отличающейся от Land Cruiser внешностью, как внутри, так и снаружи. Но при этом под кожей они до сих пор довольно похожи. LX делит свою платформу с Toyota Land Cruiser, что хорошо, потому что Land Cruiser славится надежностью и долговечностью. LX также делит двигатель с Land Cruiser. Это V8 объемом 5,7 литра, который выдает где-то 280 лошадиных сил и где-то 540 ньютон-метров крутящего момента. Это здоровые показатели, но они достаются ценой расхода топлива. Эта тачка ест 18 литров на 100 километров по городу и 13 литров на 100 километров по шоссе, и это один из худших показателей среди любых современных внедорожников. И еще есть недостаток возраста. Нынешний Lexus LX 570, вот этот, вышел аж в 2008-м, и он древний в сравнении со всеми прочими полноразмерными люксовыми внедорожниками, как Range Rover или новый Lincoln Navigator. Но у Lexus довольно хорошо получалось поддерживать его актуальность обновлениями стиля и множеством современных технологий, которые были добавлены за это время. И сегодня я вам это покажу. Сперва я проведу для вас обзор LX 570 и покажу вам все его интересные фишки и особенности. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. Если вам интересно, сколько просят за Lexus LX 570 в России, то обязательно кликайте по ссылке, которую вы найдете в описании под этим видео, чтобы перейти на Автору, где вы найдете очень много предложений по продаже таких. Ладно, я начну рассказ про фишки и особенности в самом заметном месте LX, и это будет спереди, с решетки. Так вот, решетка Lexus была немного спорной. Большинство обычных людей не особо ее замечают. Многие жалобы исходят от автолюбителей, которые ненавидят любые изменения. Давайте вернемся к механическим трансмиссиям, этилированному бензину и диагональным шинам. Лично я думаю, что решетка Lexus выглядит очень хорошо на седанах и внедорожниках поменьше, но вот это выглядит просто нелепо. Эта решетка слишком большая, слишком громоздкая. Она выглядит как мультяшная, чересчур навороченная. Действительно ужасно выглядит спереди этой машины. Это не годится, и им правда стоит придумать что-нибудь еще. Грустный момент, что когда впервые вышел LX 570 в 2008, решетка Lexus сидела на нем довольно хорошо, но с тех пор она становилась все больше и больше, и все уродливее и уродливее. И вот это, я полагаю, заключительная версия данной решетки. Она просто не особо хорошо выглядит. Усиливают излишнюю навороченность передка этой машины и противотуманки. Как видите, они сейчас включены, и это просто вот эти маленькие круглые противотуманки, но у них такой гигантский корпус в форме бумеранга. Зачем? Это все просто потраченное место и еще больше излишнего стайлинга, чтобы заставить эту тачку выглядеть решеточнее, я полагаю. Далее мы переходим к салону LX 570, и должен сказать, здесь он выглядит гораздо лучше, чем снаружи. Фактически, этот салон, просто взглянув на него, вы бы и не смогли понять, что он родом из 2008-го. С тех пор он был очень хорошо обновлен, все материалы выглядят очень здорово, первоклассно, все хорошо выглядит и приятное на ощупь. Это действительно работает даже в современную эпоху в сравнении с современными конкурентами. Но когда вы начинаете осматриваться и играться с кнопками и функциями и экранами в LX, он все же довольно заметно начинает показывать свой возраст. Например, в приборной панели новенькой Audi там полностью экран, и вы можете заставить его показывать вид со спутника Google карт вашего местонахождения в навигации. В этой тачке здесь малюсенький экранчик с компасом. Вот лучшее, на что он способен. За 95 тысяч Audi продадут вам эту функцию в А4 где-то за 40 тысяч долларов. Эта тачка вдвое дороже и намного, намного хуже. И это просто неприемлемо в 2019 за такую цену. Фактически,
тот факт, что в LX вообще есть настоящие приборы в приборной панели, это показатель его возраста. В сравнении с современными конкурентами, у которых в приборной панели экраны, которые дают большую настраиваемость, и вы можете выбирать то, что вы хотите там видеть, время зафиксированных приборов прошло. Но в любом случае, внутри приборной панели есть пара интересных фишек и особенностей, начиная с выбора языка. Вы заходите туда, и как видите, ваш первый вариант — это английский, и затем в скобках «американский». Большими заглавными буквами, просто на случай, если вы один из тех людей, кто не хочет признавать, что он говорит по-английски, и вместо этого «нет, я говорю по-американски». Нет, я просто шучу, естественно, он там, чтобы отличить его от британского английского или австралийского английского, хотя стоит заметить, что таких вариантов нет, так что там могло быть написано просто английский, но вместо этого там все же вдобавок написали американский. Другая интересная вещь в этом экране приборной панели: если вы прокрутитесь до информации об автомобиле, он показывает вам давление шин довольно стандартно, он также показывает давление запаски, что уже перебор, честно говоря. У меня на самом деле был Range Rover, который тоже так делал, и когда запаску спускало, он включал индикатор давления шин, что было бесконечно раздражающе. Надеюсь, этот так не делает, но я не удивился бы, если делает, так как он это отслеживает. Далее переходим к центральной контрольной панели, где находится группа кнопок, и это довольно обычная центральная контрольная панель. В основном здесь климат-контроль, ничего особо интересного. Хотя моя любимая кнопка — это климат-консьерж. Нажимаете ее, и она идет на шаг дальше обычного автоматического климат-контроля, потому что она переводит даже сиденье на автоматический климат-контроль. Так что, если вы хотите, чтобы было 20 градусов, он будет дуть воздухом, чтобы стало 20 градусов, но вдобавок идеально подберет температуру обогревателей или охладителей сидений, чтобы даже у вашей попы была правильная температура. Это преимущество климат-консьержа. И это довольно круто. Но когда вы спускаетесь ниже центральной контрольной панели на центральную консоль, то можете увидеть еще несколько мест, где этот старый LX действительно начинает показывать свой возраст в сравнении с более новыми конкурентами. Один хороший пример — селектор передач. Это такая большая неуклюжая штука, которую вы выбираете передачи. Раньше это было обычным, но современные конкуренты сейчас приходят на кнопки, на подрулевые переключатели, чтобы освободить больше место в области центральной консоли. Но в LX был вот этот гигантский старый рычаг переключения передач, который занимает много места. Недостаток здесь в том, что это значит, что держатели стаканов выталкиваются вверх и в стороны в угол, и они очень-очень маленькие. Их недостаточно для многих больших напитков, которые вы можете купить. И если вы поставите в них напиток, то загородите доступ к климат-контролю. Это просто плохое использование места. То же самое с площадкой беспроводной зарядки телефона. Вместо того, чтобы сделать ее легкодоступной на центральной консоли, она позади этой дверки снизу центральной контрольной панели, где она полностью недоступно. Положив туда на зарядку телефон, вы почти наверняка его забудете, когда припаркуете машину и зайдете домой или в офис. Признаю, есть одна функция, которая мне здесь нравится на центральной консоли. Если вы откроете ящик в центральной консоли, это не просто ящик. Его также можно использовать как автомобильный холодильник. Если вы хотите держать в холоде бутерброд или что-нибудь такое, когда вы едете, это довольно крутая функция. Одна вещь, которую я обожаю в этом холодильнике, что если вы откроете крышку, то тут есть вот эта маленькая информационная наклейка, описывающая холодильник, и она напечатана на трех языках: английском, русском и арабском. Как идеально! Как же Lexus хорошо знают рынок сбыта LX570. Это именно те места, где продаются эти тачки. И практически нигде больше. Далее другая вещь, занимающая много места здесь на центральной консоли. Все кнопки и крутилки для внедорожных вещей. Этот автомобиль все же довольно проходимый внедорожник. И в нем есть много крутых аксессуаров, как Roll Control. Это потрясающая функция. Это как внедорожная система круиз-контроля. Вы также можете здесь заблокировать дифференциал, можете переключиться на понижайку, хотя моя любимая — это та, которая поднимет и опустит подвеску. Я просто обожаю, как быстро она опускается. Зацените. Эта съемка не ускорена. Эта тачка опускается так же быстро, как Ford GT, когда он переходит в спортивный режим. Я не знаю, почему ему нужно так быстро опускаться, но он так делает. Далее последняя вещь, занимающая здесь место на центральной консоли, это контроллер интерфейса Remote Touch. Это такая отделанная кожей штука с этим типа джойстиком сверху. И она управляет мультимедийной системой, хотя не очень хорошо. Я раньше был большим поклонником лексусовского интерфейса Remote Touch. Я думал, что он был замечательной функцией, когда он впервые вышел. Это было как пользоваться компьютерной мышью. Вы как бы двигали курсор и потом кликали на том, что хотели. Но за годы после выхода Remote Touch многие другие автопроизводители сделали многие вещи получше. И последние мультимедийные системы от Mercedes-Benz, Volvo, Audi, Land Rover — это огромный шаг вперед в сравнении с Remote Touch. Сев в эту машину и какое-то время попользовавшись вот этой, после использования некоторых из тех прочих систем, я поверить не могу, что Lexus до сих пор делают такое со своими покупателями. Давайте приведу вам пример. Я на экране навигации, я хочу поехать посмотреть дом Тайлера Хувера в Уичите.
В нормальной системе вы бы просто отдалили щипком, а потом отодвинули бы ее в сторону пальцем, и затем щипком приблизились бы обратно, и найти уичиту заняло бы секунды. Но не в интерфейсе Remote Touch. Вы спускаетесь вниз и какое-то время отдаляетесь, и вы отдалились, а потом оп, мы посреди океана, и затем вам нужно как бы попытаться сдвинуться в сторону, используя маленький джойстик на средний запад. И затем вам нужно как-то разобраться, где вы вообще находитесь. Опять-таки, с нормальной системой вы бы просто водили пальцем и приближались, но в любом случае, вы как-то добираетесь до местности уичиты, а затем вам нужно прокрутиться до увеличения, пару раз нажать, а потом вам нужно вернуться, получше прицелиться, а потом опять пару раз приблизить. На самом деле, это заняло у меня больше минуты, просто чтобы попасть в пригород уичиты, когда я это делал. Действительно, жуткий дизайн. И ох, сейчас будет еще хуже. Зацените, я на общем списке элементов, и я хочу прокрутиться вниз. Ну, вы не можете просто спуститься вниз, прокрутив его вниз. Вам нужно непосредственно подсветить маленький элемент прокрутки вниз на экране. Проблема в том, что контроллер Remote Touch слишком чувствительный, и он не позволяет легко на него кликнуть, и вы будете часто попадать слишком далеко или недостаточно далеко, что чрезвычайно раздражает. Но моя самая любимая раздражающая вещь в Remote Touch — это ввод пункта назначения в навигацию. В Audi или BMW вы можете просто написать, куда хотите поехать пальцем на тачпэде, и она выводит это на экран. В этой тачке нет-нет, вам надо вводить по букве, используя этот контроллер Remote Touch. А... Б, В. И это учитывая, что она найдет каждую букву, потому что, опять-таки, она слишком чувствительная и промахивается мимо букв, которые вы хотите. И потом вы по ним кликаете и просто надеетесь на лучшее. Lexus так сделали, чтобы заставить вас следить за дорогой, и вы могли просто чувствовать отклик и смотреть на экран прямо рядом с лобовым стеклом и дорогой перед вами. Но это так плохо выполнено, что это имеет обратный эффект. Я не могу представить, сколько сотен миллионов долларов Lexus потратили на разработку интерфейса Remote Touch. Они все были потрачены впустую. И Lexus просто должны сесть в новенький Mercedes или Audi, посмотреть, как это сделано правильно, а потом поменять это незамедлительно. Но в любом случае, моя тирада про интерфейс Remote Touch теперь завершена. Раньше я давал этой системе кредит доверия долгое время, даже в обзорах, которые я снимал, но современные системы просто стали настолько лучше, что сесть вот в эту — это как сесть в машину середины конца нулевых. Им нужно это поменять. Но в любом случае, продолжаем. Пара интересных фишек и особенностей мультимедийной системы. Одна — то, что вы можете установить дистанцию ассистента парковки, на которой он начинает бибикать. Поэтому, если вы действительно плохой водитель, то можете установить парковочные бибикалки, чтобы они начинали бибикать раньше, сообщая вам, когда вы можете что-то задеть. И вы можете настроить это в зависимости от того, насколько вы уверены в своих парковочных возможностях. Я это обожаю. И другая крутая функция в этой мультимедийной системе, что она показывает вам погоду в вашей местности. Вы можете посмотреть прогноз на 3 дня. Вы также можете посмотреть погоду во многих других местах по стране, в городах поблизости. Вы можете проверить различные места в стране. Вот, например, список по юго-востоку. Я бы с удовольствием прокрутился вниз, но, к сожалению, я не могу попасть на иконку прокрутки вниз. Я постоянно попадаю куда-то еще, поэтому придется обойтись погодой в городах, которые сначала идут по алфавиту в этом списке. Далее мы переходим к заднему ряду LX570, и это приятное место времяпровождения. Вы садитесь сюда, и первое, что замечаете, вот эти кожаные чехлы на спинках передних сидений, которые выглядят очень здорово. И на них написано Lexus. И вы думаете, это типа книга или что-то такое? Такое? Нет-нет, вы снимаете этот чехол, и он являет индивидуальные экраны для пассажиров заднего ряда. И зацените, эти экраны даже наклоняются, чтобы вы могли установить их четко перед глазами. Что довольно хорошо, и на удивление, мало экранов для задних пассажиров вообще так делают. Но приятно это видеть. Вы смотрите на эти экраны и видите на них эти маленькие иконки. Они прямо у вас перед лицом, и вы думаете, наконец-то здесь тачскрин. Но нет, это мог быть тачскрин, он выглядит как тачскрин, он должен быть тачскрином, но это не он. Вместо этого вы управляете этим экраном при помощи пульта, находящегося здесь в центральном подлокотнике, который откидывается вниз. Вы можете переключить этот пульт на L или R. Когда вы так делаете, он управляет, очевидно, левым или правым экраном, и затем вы можете выбирать иконку, которую хотите, и выбирать всякие различные вещи. И вот так вы работаете с этим экраном сзади LX. И, кстати говоря, еще одна довольно старомодная особенность тут сзади. Помимо экранов, нет тачскринов. В этой тачке нет панорамной крыши. Это потрясающе. Потратить 95 тысяч долларов на современный люксовый внедорожник и даже не
получить этого. Но вот в таком мире вы живете, если купили LX570. Но все же кое-что, что я просто обожаю тут сзади. На этой центральной консоли находится климат-контроль, и, естественно, вы можете его регулировать. У каждого заднего пассажира есть собственная зона. Но самая крутая часть, что опять-таки у вас есть подогрев и охлаждение сидений. И опять-таки у вас есть автоматический режим для сидений, поэтому вы устанавливаете его на 20 градусов, и он будет не просто дуть воздухом на 20 градусов, а он будет идеально охлаждать или подогревать ваше сидение, чтобы получить именно ту температуру, которую вы хотите. Климат-контроль заднего ряда с автоматическим подогревом и охлаждением сидений — это то, что вы получите только в этом автомобиле. И далее, еще одна вещь, которая мне очень нравится тут сзади на втором ряду, что сиденье с электрорегулировкой. Здесь есть маленькие кнопки по обе стороны раздельной скамьи. Нажимаете на нее, и она автоматически сдвигает сиденье вперед или назад. Это приятный штрих в дорогом внедорожнике, и его предлагают далеко не все конкуренты этой машины. И говоря о сдвигании сидений тут сзади, далее я хочу поговорить о посадке на третий ряд сидений в LX570, что очень-очень просто. Здесь есть маленький рычаг рядом с дверью, просто тянете за него, и спинка сидения складывается вниз, и затем сидение автоматически складывается вперед. Это делает доступ на третий ряд очень-очень простым. И поэтому, как обычно, сейчас я это проделаю. Тяну рычаг, сиденье откидывается вперед, куча места, и вы можете просто забраться внутрь. Естественно, это было бы немного легче, если бы я был поменьше. И это, конечно же, предполагаемая клиентура для третьего ряда. Но, тем не менее, я могу попасть сюда назад без особых проблем, что довольно хорошо, благодаря тому, как далеко вперед складывается это сиденье. Скажу, что когда вы на третьем ряду, тут сзади очень-очень тесно. Теснее, чем в некоторых внедорожниках поменьше. Главная проблема — это пол. Из-за того, что под этим сиденьем находятся всевозможные важные внедорожные компоненты, пол очень высоко. И поэтому здесь особо некуда убрать ноги. Поэтому место для ног тут сзади действительно в дефиците. Третий ряд в этом автомобиле, по сути, предназначен только для детей. Или, возможно, взрослых на очень короткие промежутки времени. И говоря о третьем ряде, давайте переместимся к задку LX570, где вы обнаружите еще одну старомодную особенность, а именно то, что задняя дверь только наполовину с электроприводом. Верхняя половина задней двери открывается автоматически, но нижняя половина — ручная. Вы можете подумать, что это очень сложно заставить две секции задней двери открываться и закрываться при помощи электропривода, и я уверен, так оно и есть, но в Range Rover тоже раздельно задняя дверь, и обе секции там с электроприводом. Но вот в этом вам нужно вручную открывать вот эту часть. Небольшая проблема, но опять-таки $95 000. Так вот, когда вы тут сзади, то заметите, что здесь далеко не огромное багажное пространство. Это довольно стандартно для трехрядных внедорожников позади третьего ряда. Чтобы получить больше места, вам нужно сложить третий ряд сидений. Проблема в том, что в этом автомобиле, в отличие от большинства других полноразмерных внедорожников, третий ряд не складывается в плоскость. Вместо этого вам нужно сложить сиденье, и затем оно складывается наверх, к заднему окну, чтобы освободить место в багажном отсеке, и вы могли класть в него вещи. Причина, почему в LX570 третий ряд складывается к окнам, опять-таки в том, что у него под этими сиденьями находятся всевозможные элементы для езды по бездорожью и запаска, поэтому они не могут складываться в плоскость. Раньше это было обычной вещью, когда сиденья складываются к окнам, но уже никто так больше не делает, за исключением этого автомобиля и Toyota Land Cruiser. Но у Lexus есть интересный фокус, когда доходит до складывания этих сидений. Чтобы сложить их, вы тянете за эту маленькую лямку, толкаете, и они складываются. Это очень просто. Дальше вам пришлось бы их тянуть вверх, и их тяжело поднять к окну, но вы можете также просто нажать кнопку, и затем сиденья автоматически поднимутся к окну. Это довольно крутой штрих. Это значит, что вам особо не нужно ничего делать. Стоит заметить, что вы можете так сделать с обеих сторон, поэтому с левым сиденьем вы просто складываете его вниз, и затем опять-таки нажимаете кнопку, и оно автоматически сложится наверх к окну. Это дает вам плоский пол багажного отсека, хотя эти сиденья до сих пор на месте. Просто сбоку они забирают немного багажного пространства. Одна вещь, стоящая упоминания, вы также можете сложить спинку сиденья при помощи маленьких кнопок тут сзади. Если вы нажмете эту кнопку, спинка сиденья сразу же упадет вниз, но вы можете ее только сложить, она не разложится обратно при помощи электропривода, как это происходит во многих прочих люксовых внедорожниках. И, наконец, мы переходим к двигателю LX570. Его гигантскому V8 объемом 5,7 литров. 380 лошадиных сил, 534 ньютон-метра, и это благословение и проклятие. Это благословение по двум причинам. Первое, очевидно, надежность. В отличие от современных турбированных V6, долговечность которых не вызывает уверенности, это просто большой, старый, относительно ненагруженный V8, который они выпускают уже вечность, и он очень надежный. И это ведет ко второму преимуществу. Это перепродажная стоимость. Когда эти LX570 начинают стареть, они становятся очень популярны в сообществе любителей внедорожников из-за того, какие они надежные, и того, как
как далеко вы можете уехать на нем в глушь, не беспокоясь, сможете ли вы вернуться обратно. И это сохраняет припродажную стоимость очень высокой. Для доказательства сходите и посмотрите, сколько стоит Range Rover 2008 года, около 10 тысяч. И потом посмотрите, сколько стоит LX 2008, он будет стоить около 30 тысяч. И причина тому, что они просто очень востребованы, так как люди знают, что они будут жить вечно. Но, конечно же, недостаток большого старомодного V8 — это расход топлива. Эта тачка жрет 18 по городу, 13 по трассе. Ужасающие показатели по современным меркам. Для сравнения, новый Lincoln Navigator расходует 14,7 по городу и 10,2 по трассе. Более чем на 20% лучше по городу и трассе. Это не было бы так важно, если бы у навигатора не было на 70 лошадиных сил и 160 ньютон-метров больше. Так что навигатор получил более чем на 20% большую мощность, и у него более чем на 20% лучший расход топлива. И это должно быть знаком для Lexus, что самое время сделать что-то немного другое с LX570. Итак, это были фишки и особенности Lexus LX570. Теперь пора выкатить его на дорогу и выяснить, как он едет. Кликай по ссылке из описания, чтобы перейти на Автору и посмотреть своими глазами актуальные для России цены на Lexus LX570. Right. Ладно, введу LX570. Первое, что вы замечаете, видя его, что даже на дороге он обладает старомодным ощущением. Он кажется очень громоздким. Если вы провели какое-то время в Range Rover, то знаете, что он ощущается на удивление четким и на удивление стабильным, учитывая его размер. Вы чувствуете, что вам будет не страшно вести эту тачку на скорости 160-190 км в час. Здесь немного иначе. Он определенно кажется более валким, он кажется более мягким. Он просто не ощущается таким стабильным. Забавная вещь, конечно же, что, как мы знаем, у него гораздо лучше сборка, чем у Range Rover, но он не обладает ощущением более солидной машины. Он просто более надежный. Скажу про некоторые преимущества LX. Посадка фантастическая, очень высокая. Многие, даже полноразмерные современные люксовые внедорожники, начинают становиться более кроссовероподобными. Они не дают такого ощущения царя дороги. Определенно, я так считаю про Range Rover в сравнении со старыми. Вот это до сих пор кажется высоким, кажется, что вы сидите выше всех. И это то, что и хотят большинство людей, когда они покупают что-то вроде этого. Тут внутри также очень тихо. Тихо, хотя не так тихо, как в некоторых соперниках. Хотя тут очень комфортно, я думаю, возможно, даже более комфортно, чем в его конкурентах. На мой взгляд, потрясающе, насколько эта тачка съедает шумовую разметку. В моем Мерседесе прямо больно по ней ехать. В этой тачке вы ее даже не чувствуете. Это, вероятно, не особо безопасно, но у него это очень-очень хорошо получается. Одна очень большая жалоба, которая у меня есть, что трансмиссия просто до смешного медленная. Медленно реагирует в любой ситуации, тут есть спортивный режим, но он не очень эффективен в автомобиле, как этот, и трансмиссия просто очень медленная, очень унылая. Я думаю, тому есть причина, думаю, она задумывалась такой медленной и унылой, чтобы переключения скоростей были практически незаметными. И так оно есть, вы едва можете их ощутить, но давите в пол и какое-то время ждете, вам лучше не выезжать перед кем-нибудь. По правде говоря, не хочется это говорить, действительно не хочется, но это самая разочаровывающая машина, которую я обозревал в этом году. И я так говорю, потому что я обожаю Toyota Land Cruiser, который был взят за основу этой машины, и я его обозревал в прошлом году, и он мне понравился. И ходят всякие слухи, что Land Cruiser пропадет, и я такой, ну и ладно, знаете, я могу просто купить LX. И теперь я в этом, и я такой, типа, я на самом деле не хочу LX. Вы сталкиваетесь со многими вещами, которые просто не очень хороши в сравнении с конкурентами. И за те же деньги люди будут это смотреть и скажут, ну я не хочу экран своей приборной панели, знаете, я не хочу кнопочный селектор передач. Да, но если бы вы потратили 95, то захотели. Вы бы захотели, чтобы все было самым классным, самым лучшим, самым новым, самым современным. Это огромные деньги, и купить эту машину, в которой нет панорамной крыши, это очень трудная продажа за такую цену. Это сегмент рынка с очень высокой конкуренцией. Я понимал, что учитывая его возраст, он может оказаться не особо замечательным, но я думал, что возможно его крутизна и его долговечность меня подкупят. Но нет, я провел слишком много времени в этих полноразмерных люксовых внедорожниках, чтобы сесть в него и подумать, что он хороший. Он просто слишком сильно отстает, особенно за такие деньги. И на самом деле единственное преимущество здесь — это служба клиентской поддержки. Поддержки Lexus, припродажная стоимость, надежность — это те вещи, которыми обладают все Lexus. В остальном, купите Range Rover, купите навигатор, купите Gelandewagen. Даже не рассматривайте один из таких, он вам не понравится. Он мог бы быть намного лучше, и я надеюсь, что новый скоро выйдет. Он должен был быть здесь уже 3 года назад. Итак, это Lexus LX570. Эта тачка древняя, и такое ощущается на дороге. И учитывая, насколько сейчас популярны внедорожники и люксовые внедорожники, это огромная упущенная возможность, что Lexus не дали нам новый, под
подвергшиеся полному редизайну LX570. Они общеизвестно долговечные и надежные, и они идут с превосходной клиентской поддержкой, которую вы получите от дилера Lexus. Но легко понять, почему более современные конкуренты предлагают лучшие внедорожники. И на этом пора оценить LX570 по шкале Дага. Начиная с выходных категорий и стайлинга, LX570 плохой. Другими словами, не скажешь, он просто плохой. У меня сложилось мнение, что это, вероятно, самая уродливая новая машина в продаже. Он не такой гротескный, как некоторые старые модели, но он близко и получает 3 из 10. Ускорение разгоняется с 0 до сотни за 7 секунд, что едва втискивает его в 2 из 10. Управляемость медленная, неуклюжая и мягкая, получает 3 из 10. Фактор веселья низкий, в нем неприятно газовать или проходить повороты, но он все же впечатляюще проходимый на бездорожье, что немного помогает, и он зарабатывает 4 из 10. Фактор крутости нормальные, у некоторых они пользуются уважением, и он получает 5 из 10, доводя итоговую выходную оценку до 17 из 50. Далее повседневной категории функции. Он относительно хорошо оснащен, за исключением нескольких вещей, но в основном обладает тем, что вы хотите в этом классе. Он получает 7 из 10. Комфорт довольно хороший, он получает 8 из 10. Качество очень высокое, салон классный, надежность очень высокая, он получает 9 из 10 и немного не дотягивает до 10 из-за некоторых старых материалов салона. Практичность высокая, с тремя рядами сидений и превосходной внедорожной проходимостью, он получает 9 из 10. Опять-таки, чуточку дотягивает до 10. В этот раз из-за расхода топлива. Наконец, стоимость. И он просто неоправданно дорогой для большинства покупателей. Некоторые оценят его надежность и долговечность, но в общем он просто слишком старый для таких денег. И он получает 5 из 10, доводя итоговую повседневную оценку до 38 из 50. Складываем вместе оценка по шкале Дага 55 из 100, что помещает его сюда среди прочих полноразмерных люксовых внедорожников. В самом хвосте, ниже даже своего родственника Toyota Land Cruiser, LX570 был замечательным, когда вышел, и поддержанный, и до сих пор замечательный, но я вообще не могу понять, почему кто-то купит такой новый, когда существует так много вариантов получше. Перевод и озвучка от студии «Экзосфера». Больше никто так не делает, за исключением вот этого и Toyota Land Cruiser. Но у Lexus есть интересный фокус. Чтобы сложить сиденье, вы тянете за эту маленькую лямку. Вот такой фокус Lexus'а.